Друзья, всем привет! Сегодня, как вы видите, у нас лещ. Собственно, хотел поговорить о макаронах. Многие спрашивают, мол, если приехать макаронами закормиться на день, будет ли лещ? Я думаю, что нет. Потому что макароны так быстро не действуют. Макаронами надо кормить 1-2-3 дня, чтобы лещ нашел их, и тогда он уже не будет уходить с этого прикормленного места. Макароны это все-таки крупнее, чем обычная эта покупная прикормка, и она не вымывается подводным течением, а всегда на месте. Я сегодня пришел, я уже поймал несколько штук. Вот полосы есть. Но не скажу, что он прям такой суперактивный. Но полосы есть. Сейчас проверю. Если вы пришли, например, на 2 дня на рыбалку, то, возможно, можно попробовать прикормить. Но все-таки макароны это не дневная рыбалка. Если у вас водоем рядышком, вот как у нас, можете ходить прикармливать несколько лунок в нескольких местах. Полкило в лунку вполне хватит. Не такие дорогие макароны, а результат потом вас удивит. Но опять же повторюсь, что это долгоиграющая прикормка. Не получится так, что пришел и поймал. Надо кормить. Мы кормили 2 или 3 дня. Позавчера проверяли, он стоял, но не брал. Но погода была плохая. А сегодня уже он более-менее активный. Не так, конечно, сильно, как хотелось бы, но один даже взял на подъем. Было видно по практику, как он подымался и хавнул. Плохие новости. Это плотва. Но с другой стороны, нам нужен... Блин, это окунь. Ну, окунь тут очень редко попадается. Блин, это должен быть лещ. Но почему-то клюет окунь. Ух ты! Ух ты! А это он! Вот он первый-то, смотрите-ка. Все-таки подошел. Причем этот... Ой, надо было камеру... Ах, вот надо было снимать. А не, я думал, что-то покрупнее будет. Но это вот такой вот товарищ пришел. Такой вот товарищ. На нижнюю причем взял он. Ну, не скажу, что большой. Причем, знаете, там вот еще плавает, поэтому это не один. Сейчас мы сразу же закинем, посмотрим. Но факт в том, что лещ подошел. О, смотрите, сейчас будет. Сейчас сразу же ему на голову-то и упадет мормышка. Возможно, сразу, причем не маленький. Смотрим. Оп. Ушел куда-то. Брал настоящую первый раз. О, подошел.
но не берет. Вполне возможно, сейчас хапнет. Такое ощущение, он идет за ним. Да, идет, идет. Идет, идет. Все правильно. Все как эхолот показал. Он шел за ним. Вот это уже, слушайте, по ходу дела покрупнее. На верхнюю взял. Вот это да, уже покрупнее. Этот покрупнее. Товарищ. Опять подошел. Сейчас, возможно, возьмет. Вот он. Вот он берет. Нехотя. Вот он. Давай, давай. Пропустил. Подымал. Чуть-чуть. На верхнюю подошел. Сейчас, возможно, возьмет. Ой, там их несколько. По всей видимости. Кто-то возьмет или нет? Вот это все лещи. Вот он есть. Шел за. Шел, 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 шел. За мормышкой шел. Хороший. За нижней вон. Все. Готово. Такой вот. Ну что, вот такие вот поклевывают. Прикормка работает. И это хорошо. Этот, конечно, большой, этот-то маленький. На верхнюю мормышку смотрят. И ушел. Смотрел на верхнюю и свалил. У меня есть тесто. Также у меня есть макароны, но я их засыплю, когда буду уходить. Через несколько дней мы, может быть, придем. Сейчас я попробую. Ну вон они, смотрите, много там, но они не особо активны, брать не хотят. Ну вот сейчас видно, что лещ ушел весь. Потому что нету толстых полос. А вот сейчас он поднимается. Сейчас он, скорее всего, возьмет. Все, он поднялся и опустился. Ну что, попробуем тесто насадить. Верхняя, нижняя, или попробовать на верхнюю. На нижней у меня пучок нормальный, а вот на верхней нету. Вот так, сейчас посмотрим. Вон он пришел опять, стоит над верхней мормышкой, думает, что это, макаронина или нет.
и ушел. Вон на верхнюю, на нижнюю. Высоко-то поднял, а он идет и идет. Вот он. Да, сказал же, вот он на верхнюю подымался. Причем хорош. Шо загнул-то так? Да, тут надо снимать. По всей видимости. На тесто взял, по ходу дела. Крупный. Вот это и точно крупный. Да, хороший. Не, смотрите, на нижний. Причем брали-то все. Несколько было. И несколько брало. Ну, как бы, посмотрите вот на это, да? Размерчик-то. Сами видите? Размерчик-то хороший. Вполне. Собственно, время уже почти 11, и, как обычно, лещ прекратил брать. И он даже куда-то ушел. Ну, так всегда, в принципе, где-то до 11, до 12. Потом можно прекращать ловить. Идти, например, за окунем, и потом где-то около 4 уже. Вечерний он тоже подходит и берет. Сейчас я прикормлю и оставим эти лунки на несколько дней. Посмотрим, когда придем в следующий раз, будет держаться или нет. Сейчас еще полчаса половлю, потому что вот там идет толстая полосочка. И, возможно, сейчас будет поклевка. Смотрите, здесь одна пачка макарон. И я прикормлю только эту лунку. Она разойдется и будет там, если мы придем спать вдвоем. Все, закончил я на сегодня ловлю, уже почти 12 часов, прикормил, и через несколько дней узнаем, будет ли он дальше стоять на лунках или нет. А вы не переключайтесь, всем ни хвоста, ни чешуи, и всем пока.